Я рад всех приветствовать, скульптрис Альфа 6, и в этом ролике давайте рассмотрим типаж Джафара из мультфильма «Аладдин» Диснея. Как он выглядит, как построена его внешность. Опять же, начинать можно со сферы. В прошлых роликах я это дело уже показывал. Ну давайте в этом ролике, наверное, с болванки начнем. Болванка из The Brush. Она базовая, можно ее скинуть. New Scene. Посмотрим, вот так вот она выглядит. Если кто-то по анатомии чуть-чуть плоховастенько какие-то детали знает, ну вот эта вот болванка поможет вам более-менее сделать нормального персонажа. Ну давайте Джафара рассматривать. Опять же включим систему вот эту симметрии. Ставим вот в такое положение. Можно Shift правой кнопкой мыши нажать, выровнять ее. Так, детализацию где-то до середины. Выбираем граб. Кисточку чуть-чуть побольше. Так, не так, чуть-чуть поменьше, чтобы именно шею мал-мал вот эту вот не трогать, а подбородок нам надо вытянуть. Вот так вот. Вот таким вот образом. Много не вытаскиваем, потому что сетка будет ломаться. И немножко ее можно шифтом подгладить. Так, погнали еще вот эту часть. Придавим вот так вот. Ну, чуть-чуть голову сузим. Ну, вот с этого и начнем. Так, шею можно поменьше сделать пока. Потом еще будем с ней корректироваться. Так, персонаж именно состоит, как и лошадь, Максимус вот этот. Вот так же у него построены именно губы. Так что, кто лепил, уже пробовал Максимуса, давайте все это дело повторим. Здесь уже попробуем, давайте, драйвом и клеем включенным. Так, побольше кисточку. И вот эту часть уже поднабросаем. Вы видите, что с болванкой вообще классно работается. Здесь вот сделаем наметку именно скул вот этих вот. И теперь погнали, клей чуть отключим, наверное. Придадим здесь вот так вот. Вот такую штукенцию. Вот так вот сделаем рот. И, наверное, клеим вот эту часть. Так, это сильная детализация, интенсивность, пардон. Вот так вот ее поднакидаем. И вот здесь вот так вот как бы вытянем. Вот сюда вот так. Здесь теперь вот эту часть немножко кризом давайте оформим. Ну где-то вот так. Здесь где-то подровняем ее, сразу преобразим. И опять же драйвом без клея кисточку размер чуть-чуть поменьше рисуем еще одну губу вот так вот. Теперь сбоку вот эту губу уводим вот так вот нижнюю. Вот что-то в таком духе. Теперь вот эту часть немножко подаем вот сюда вперед, челюсть чуть-чуть тоже пока вперед. Здесь чуть-чуть, наверное, вот так вот поменьше сделаем. И теперь, чтобы персонаж более-менее стал похож, вот эту часть уводим к носу поближе. Так, здесь губу немножко вот так. И подбородок немножко надуваем. Ну, где-то вот в таком духе. Глаза в этот раз выдавливать не будем, а будем именно накидывать клеем. Потому что у него тут интересная такая внешность. Можно, кстати, добавить сферы. Потом в процессе я покажу, что глаза можно добавлять сферами. Здесь делаем надрез. Вот так вот. И немножко вот так вот. Намечаем глаза. И вот это вот веко тоже. Ну, опять же, рисуем пока. Так, это есть дело. Намечаем теперь следом, уже без клея, наверное,
Опять же, интенсивность чуть-чуть поменьше, чтобы все нежно это дело накидывалось. Вот так наметим пока вот эти вот бровные дуги, по-моему, как они там правильно называются. Ну и самый важный именно отличительный такой у этого персонажа, это нос, деталь. Нос накидываем побольше вот так вот. Вот таким вот образом. Так, сбоку еще поднакидаем. И вот теперь кисточку поменьше и включаем граб. И давайте все это дело преображать. Так. Что-то в таком духе. Как-то так. Чуть-чуть даже можно, наверное, пониже. Так, и вот эту вот губу еще пониже. Вот так вот. А вот эту скулу чуть-чуть повыше. Ну вот что-то в таком духе уже получается. Ухо немножко тоже вперед подать. Так, уже прям интересно. Shift. Зажатое колесико можно переносить. Shift. Правая кнопка мыши выравнивает и просто колесико крутит. Левая кнопка тоже крутит. Так, с чего начать дальше? Вот, наверное, с этих начнем частей. Именно где нос, вот эти вот, опять же, как их по-научному. Вот эти вот носовые вот эти вот пазухи. Ну и чтобы понять не было, давайте через Alt, левая кнопка мыши, сделаем тут вот такие вот дырки. Так, ну вроде нос, не знаю, похож, ну, подкорректируем потом. Так, дуги вот эти, чуть-чуть, наверное, кверху, вот так. И надуть надо вот эти вот глаза. Глаза надуем опять же драйвом. Без клея кисточку побольше наводим. Когда разрез уже есть, повторюсь, то можно просто накидывать на соседние части. Не полезет уже вот эта вот глина. Или как ее. Вот так вот. Чуть-чуть надо их уменьшить. Чуть-чуть подправить, чтобы они были более-менее вот такой формы. А здесь увести. Вот так. Кстати, глаза напоминают вот эти такие же глаза у Аида. Аид, походу, его брат названный. Так, это дело мы тоже уменьшим. Здесь чуть-чуть поднимем. Нос немножко еще, наверное. Так, ну вот эта часть. Вот эта часть. Давайте ее тебе резать. Это кисточка Крис. Ее можно сделать побольше. И вот так в эту сторону губу тоже дорезаем. Вот так вот. Интенсивность теперь поменьше. И потихоньку вот так как бы планируем вот эту губу. Режем, и она чуть-чуть вминает вот эти части. Вообще тут скульпты с Альфа 6. Это все так нежно работает. Аж кайфуешь просто. Все как-то гладко, все нежно. Так, это вот так. А вот здесь вот губу подровняем. Вот так. Вот так. Вот эту губу теперь поднимаем драйвом кверху. А эту уводим вот так вот. Здесь теперь прибавляем немножко. Тут еще борода у него должна быть. Так, и вот эту часть, вот где мы примяли шифтом, выглаживаем. И вот как бы вот таким вот образом сюда и вот эту часть подаем в эту сторону, вглубь. А вот эту часть чуть-чуть побольше надуваем. Она у нее большая. Так. Ну, где-то в таком духе. Чуть-чуть переносицу можно поглубже. Нос немножко повыше, как бы клювом. Не зря у него яга кентах тоже такой же. Вот кисточка еще
регулируется, если шифт зажимаете, колесико крутите, уменьшаете. Вот так вот. Интенсивность. Так, смотрим интенсивность, как реагирует. Это через Ctrl. Вот она тем ярче становится, бледнее. Тоже все удобно. Так, все это можно чуть-чуть шифтом подгладить. Тут еще будет кепка у него такая, как она называется. Вот Shift нажали, колесико прибавили. И чуть-чуть вот можно граб, чуть-чуть черепушку увести. Вот так. Здесь чуть-чуть плечи подать. И немножко чайник кверху подтянуть. Ну вот вообще, в принципе, уже готовый персонаж. И вот теперь немножко вот уши-то ему, в принципе, не нужны. Он в Чалме, по-моему, да, Чалма называется. Ну, можно уши доделать. Здесь вот можно, как он называется, флатом забываю. Вот чуть-чуть вот лоб вот так вот, брови подровнять. И чуть-чуть здесь вот как бы выровнять вот таким вот образом. Чуть нос вот здесь вот оформить. Так, ну давайте еще шифтом вот здесь вот пройдем. Shift, левая кнопка мыши. Вот так вот. И попробуем. Так, а что попробовать? А попробовать надо вот эти части. Немножко поднять, а вот эту, где скула, еще больше увести. Так, здесь вот нужно надрез сделать. Тут уже побольше интенсивность можно. И как бы наметить вот эту линию челюсти посильнее. Во! Так, что у него с черепом? Череп у него, по-моему, тонкий. Опять же, драйвом. Вот так уменьшаем. Так, здесь шея. Откуда у него такая шея толстая, да? Доходяга. Ну, вот он уже готовый персонаж. Так, здесь вот можно еще добавить бородку ему. Давайте дорисуем поближе колесиком. Ставим Shift, колесико зажатое. И чуть-чуть вот поднакидаем вот здесь вот материала. Вот так вот. И вытянем немножко бородку. Кисточку поменьше. Вот так как-то. И шифтом чуть-чуть ее сделаем потоньше. Здесь теперь ее нужно наметить. Это резкой можно. Вот так вот. Резку поменьше, опять же, интенсивность. Так, здесь губа. Тоже здесь губа. Здесь вот эта вот выемка. Ее можно сделать. Так, верхнюю намечаем вот так вот. И как бы к низу, к этой губе. Так, у него, по-моему, она, вот эта губа, еще больше впереди должна быть. Вот так, да. А это чуть-чуть пониже. И вот эта часть чуть-чуть подальше. Губы чуть-чуть вперед. И вот здесь как бы все помягче должно быть. Вот так вот. Шифтом опять же выглаживаем. Эту губу чуть-чуть подтягиваем к этой. И поднакидаем немножко еще массы. Ну уже клеем. Так вот. Раз. Тут губа. Острая такая она не должна быть. Мы ее растягиваем. Вот так вот. Во. А эту часть чуть-чуть уменьшаем. Во. Так. Чуть-чуть их теперь выравниваем вперед. Ну и можно тут уже шифтом где-то вот где-то понарезать кризом, где-то надрез сделать над глазами. У него глаза такие, как сказать, более вытянутые вот сюда, вот так, вот. Эти чуть-чуть еще больше, вот таким вот образом.
Чтобы прикольнее была вот эта вот часть, давайте вот так вот боком поставим, кризом на мелкой интенсивности вот эту мочку вот так вот отрежем. Вот так. Чуть-чуть ее припустим, чуть-чуть, опять же, драйвом поднакидаем вот эту нижнюю часть глаза, тоже чтобы выпуклая была. Вот так. Верхнюю тоже немножко в один бок, как бы вот так вот. Так. Здесь немножко тоже сделаем потолще. Вот таким вот образом. Так, это сюда. Теперь вот эту часть тоже поровнее. Ну и челюсть, опять же, у него челюсть должна быть. Вот, тоже, да, оформить. Так, вот эту часть немножко поджать. И вот эти скулы еще потоньше сделать. Так. Ну, можно сделать, давайте, и уши. Время позволяет ролика. Через Alt Clay отключаем. Делаем здесь вот пас. Вот так вот прорезаем ухо. Сейчас его надо немножко будет. Да, в принципе, ему подходят такие вот срезанные. Здесь альтом чуть-чуть вот так пройти можно. Где-то альтом так пройти. Так, над глазами. Вот здесь вот тоже альтом. Вот чуть-чуть вот так вот складочку сделать. Так, смотрим. Ну, лоб в принципе нормальный. Нос нормальный. Надрежем еще нос. И сейчас опять же к уху переключимся. Я когда делаю, вот что увидел, сразу стараюсь переключиться. Допустим, если я делал ухо, есть у меня такое, я могу переключиться резко на глаз. Если заметил, что что-то не так, сразу поправляю. Работаю, словом, когда леплю спонтанно, могу по модели вот так вот юлозить. То туда брошусь, то сюда. Так, теперь побольше интенсивность, нужно вот это ухо отбить. Вот. Где что-то вам нужно отбить, делайте побольше интенсивность вот этого вот криза. И смело режьте. Прям можно вот побольше. Вот. Но режьте опять же под углами. Так, здесь вот эта часть не нужна. Так, вот так ее пройдем. И вот ухо, вот тут тоже шифтом. Ну, что-то в таком духе. Здесь вот можно немножко тоже надрез пустить над ухом. Сразу порезать ухо вот таким вот образом. И по анатомии более-менее внутрянку ему сделать, тогда он будет симпатично смотреться. Так, ухо у него пускай будет, так, наверное, островатое. Вот эту часть можно подать вперед. Так, лопоухий он будет, ну пусть будет лопоухий. Ну и мочку дооформить уже драйвом, клеем. Вот так, чтобы симпатичнее было. Ну и вот эту часть тоже в разные стороны докидать. Вот так. И верхнюю часть тоже дооформить. Вот так. И эту тоже внутрянку. И через Alt сделаем вот этот паз. Само вот это где там слышать чем. Так, что у нас с бородой? Борода пока сопля некрасивая. Вот так мы ее дооформим. Здесь вот так ее тоже приравняем. Сделаем как-то
можно ромбом. Так, как-то так. Чуть-чуть вот так. Так, вот эту часть еще больше надуваем. Вот так. А вот эту часть, наверное, чуть-чуть потоньше сделаем. И сюда вот так вот как бы вытянем. Ну, сейчас нормально. Так, теперь еще какой момент. Давайте флаттеном, я им очень люблю работать, придадим внешность губам. И вот здесь вот можно как бы так вот этот Ctrl-Z, возвращаемся, интенсивность поменьше, отбиваем вот этот подбородок, губу отбиваем вот так вот, и губу на складку уводим вот сюда. Так, теперь вот эта складка губы, это клей. Вот здесь она как бы должна продолжаться. Здесь на губе должна тоже как бы быть, ну, выпуклость такая, шишечка. И вот эта часть тоже должна иметь, ну, как бы вот такую, наверное, форму. Сейчас покажу. Вот как бы треугольник такой неправильной формы. Так, что еще? Так, здесь вот можно вот так вот сделать. Угу. И вот эту часть чуть-чуть поровнять. Вот над носом тоже выровнять. Здесь вот пройти вот эту часть. Ну, типа где будет потом, как складки сейчас будем делать под глаза. Здесь вот чуть-чуть шифтом пройти. И ставим крис. Интенсивность еще поменьше. Вот боком ставим вот этого персонажа. Так, сразу нос заметил, что не так. И вот надрезы делаем вот так вот. Вот здесь. Два надреза. Вот так. Теперь драйвом без клея кисточку поменьше. Так, это слишком маленько. И вот так вот по вот этим резкам проходим. Как бы складку даем вот так вот. О. Вот таким вот образом. Так, эту часть чуть-чуть уводим. Челюсть можно немножко подать вперед, вот эту скулу, а эту чуть-чуть в бок. Так, это нормально. И вот эту часть чуть-чуть сделать квадратной. Ну как, не квадратной, а вот здесь вот мы Ctrl-Z не ту кисточку взял. Флаттеном вот так вот выравниваем. Боком потом ставим вот так. Вот так именно. И здесь флаттеном проходим. Также можно вот эту часть флаттеном типа вот так вот пройти. Ну и где-то вот эту, наверное, часть. Во. Вот так вот. Шифтом выглаживаем глаза. Так, что еще? Тут можно глаза немножко еще больше поднадуть. Вот так. Угу. И теперь вот так. Вот здесь нам нужно вот эти вот типа брови сделать. Как это? Еще побольше. Вот так. Во. Эту чуть-чуть поменьше. И здесь, наверное, уже клеем. Клеем, да. Вот так вот как бы поострее. И немножко надрезать так. Кисточку поменьше, крис. Вот так вот. Здесь вот так вот порезать. И немножко как бы вот здесь. Угу. Ну вот теперь Джафар точно. Так, что еще я хотел показать? Это значит,
борода. Вот так. Здесь вот бороду можно каким образом наметить. Вот клеем и вот эту часть чуть-чуть поднадуть, чтобы как бы волос отделялся от основной вот этой массы. Так, здесь вот тоже как бы вот так вот сделать шишку. Вот так вот. Во, уже вот этот вот перепад появляется сразу. Вот, вот этот. Типа это волос тут будет. И можно шифтом вот так все это дело выгладить. Так, шею тоже выглаживаем. Так, шея потоньше. Так, это тоже можно потоньше сделать. У него здесь вообще вот так вот завитки. Именно крученная борода. Ее лучше, конечно, без симметрии делать, потому что она уходит вот так вот, как змейка. Ну, в принципе, для наметки пойдет. Вот так вот. И шифтом. Вот так поострее будет. И немножко ее, наверное, еще тоньше сделать драйвом, как бы вот так, наверное, и чуть-чуть вот так поднадуть. О, теперь она будет посимпатичней. И вот здесь чуть-чуть еще поменьше, вот так, а здесь чуть-чуть пошире. Так, и вот здесь тоже, наверное, еще. О. Так, вот такая бородка. Можно еще побольше сделать и шифтом выгладить. Ну, чтобы смотрелось. Так, я за уши забыл, да? Или уши мы уже сделали. Короче, я чуть-чуть тут потерялся. Так. А, вот что. Еще же эти нужны. Так, здесь уже кризом побольше. Так, и вот так режем и клеим кисточку поменьше. Вот так вот от губы идем и вот так вот делаем именно усы. Вот так вот. Здесь теперь кризом придаем остроту именно вот этим усам. Вот так вот. Здесь даем им угол и подальше от губы как бы отводим. Губу надо немножко вот, вот так вот отбить и полоску провести. Вот так вот. И тут тоже так же поднадуть. Так. Это есть. Так, я еще хотел глаза показать, да, вспомнил. Как вот эту полоску сделать? Делаем кисточку поменьше, клей. И вот так вот альтом. Вот так вот я аккуратненько. Так, шифтом можно чуть-чуть пройтись. Интенсивность побольше. И вот так раз провести полосу. Вот так. Ну, а здесь уже поднакидать вот так и шифтом именно верха. Не низ, а верха выравнивать. Вот так. Чуть-чуть глаза вниз. Все-таки не ест доходяга. Вот эту часть приподнять чуть-чуть кверху. Так, ну и к носу, наверное, чуть-чуть здесь вот складку кинуть. Так вот как-то. Угу. Чуть-чуть выгладить. И вот здесь тоже надрезать. Так, тут ноздрю тоже надрезать.
Так, ну и тут чуть-чуть отбить мочку. А здесь пройдем уже клеем и через Alt. Вот так. И вот здесь тоже чуть-чуть можно. Раз. И шифтом обязательно выгладить. Так, теперь попробуем еще немножко драйвом придать здесь вот что-то в таком, наверное, духе. И чуть-чуть вот эту часть пониже. Во. И чуть-чуть подальше. Челюсть немножко приподнять. Вот. Где-то так, да. И немножко увести вперед. Вот. Ну вот теперь полностью Джафар. Так, челюсть чуть-чуть. Все-таки она должна присутствовать. Вот этот свод. Так, здесь вот тоже немножко подминаем. Здесь чуть-чуть нижнюю эту часть припускаем. И немножко подбородок вперед. Вот так. С бородой. Во. Клюв можно еще побольше ему. Так, и немножко как бы вот так. Во. Поизящней. Ну, в принципе, вот уже получается Джафар. Вот эти части можно еще как-то в бок отвести, лоб ему чуть-чуть вперед. Здесь все выгладить. Вот таким вот образом. Здесь еще чалма будет, должна быть. И вот эта вот тряпка. Отбить череп. Вот таким вот образом. Ну и отбить мышцу. Вот эту она нужна, конечно, будет, но она постоянно в одежде. В принципе, не нужна. Так, ну и горло. Кадык. Так. Кадык у него побольше такой тоже. Вот. Без клея как-то вот таким вот образом. Тоже выпуклый такой. Вот. Шишка такая. И повыше вот эту часть, а эту подальше. И вот эту мышцу чуть-чуть вот так. Во. Ну, с плечами там уже на модели разбираться. Вот так вот можно делать персонажа, именно используя болванку, экономить время. Со сферы все равно больше времени тратится. Все, всем пока, до свидания.